Андрей Беломыцев, главный тренер «Квазара» после очень сложной победы над командой «Драфт Ми». Андрей, уступали 1-3 по ходу, 2-4. В первом тайме, в общем, горели так вполне конкретно. Почему таймы такими разными для «Квазара» получились? Ну, возможно, повлиял наш быстрый гол. Мы подумали, возможно, что мы легко обыграем их. Забили хороший гол, чуть расслабились. Но команда у «Драфта» хорошая, молодая. Индивидуально есть сильные ребята. Они хороший гол первый был, красивый. Там где-то мы сами ошиблись. И во втором тайме подсобрались. За счет чего подсобрались и добавили во втором тайме? Ну, общая команда, мастерство команды у нас выше. Ну, если объективно говоря, просто чуть внутренне подзавелись. И начали быстрее мяч ходить, стал быстрее. До приема мяча стали думать. И чуть ускорили темп. И, соответственно, создали моменты, которые реализовали. Хотя их было больше. И, ну, мы, это у нас частая беда, что мы не реализуем сами свои моменты. Спасибо большое. Это был Андрей Беломыцев, главный тренер «Квазара».